Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Выжить на маленьком острове». Так, это наш персонаж, тут лопатка, что ли, лежит. Подобрали, и что теперь? Ага. Нужен топор, говорит. Ага, вот он, значит, может только маленькие деревья выкапывать. А деревья, которые побольше, нужен топор. Так, слушай, а что это такое появилось? Нам нужно 3 древесины, да? То есть я могу построить домик? Отлично. Сердечек не хватает, и что? Ага, то есть это наша хибара. Мы с тобой здесь отдыхаем, и у нас восстанавливается здоровье. Продолжаем. Я так понимаю, нам нужно добраться вот до сюда, до верху, да? Ладно, я думаю, без проблем. А вот это что у нас тут такое? Чемоданчик. Ну и настройки. Так, сердечки закончились. Надо бежать. А, деревья вырастают заново. Так, погоди-ка. Если они вырастают заново, нам нужно с тобой как-то очень быстро все это делать. И желательно, чтобы нам не попасть в такую передрягу. Мы, например, зайдем сюда, и у нас вырастет какое-нибудь дерево, которое мы с тобой ничего не сможем сделай с ним. Так. Блин, как же у тебя быстро заканчиваются сердечки. Бро, ты чё? Давай бегом быстрее. Отдыхай. Слушай, а когда мне будет доступен топор? Скажи-ка мне на милость. Я без топора не смогу вот эти вот большие деревья вырубать. А может быть и не нужно? А пенёк может корчевать, нет? Не может. Так, блин, опять не хватает сердечек, да чтоб тебе. А тут камни, ребята, скорее всего, скажу, парень, чтобы разбивать камни, тебе нужна кирка. Так ведь? Погнали. То есть у нас с тобой 4 сердечка, то есть могу выкручивать только 4 деревья, да? 4 кустарника вот этих. Что это такое? Это кто такие, друзья мои, что ли? А, смотри, они говорят, принеси мне 5 деревьев и 4 камня, и я сделаю тебе топор. А камни я могу добывать? Нет. Ага, зато я могу вот так вот камушки, ребята, добывать. Просто выкапывать их. А камней-то больше нету. Откуда они вообще здесь взялись, эти аборигены? Меня выбросило после кораблекрушения. Там вначале было, ребята... ну, заставки не было, как таковой. Просто написали: тебя во время кораблекрушения выкинуло на необитаемый остров. Какой же он необитаемый, если здесь есть аборигены? Так, ну-ка. Вот, друзья мои, я получил топор. Наконец-то. Могу рубить? Не понял. А мне дали топор, а я не могу рубить деревья. Ну-ка. Да ёк-макарёк. Показывают... А, вот эти вот нужно. Чё-то здесь, друзья мои, реклама прям посреди игры вылетает. Без предупреждения. Слушай, так так выгодно, ребята. Топором мы получаем намного больше древесины. Ой, это кто такие? Что за птенчики? 20 монет, и тебе дадут сердечко, давай. Так, сундук, подожди, что за сундучок? Еще 30 монеток я получил. Что-то мне показывают, сбегать надо к этому чувачку. Для чего? Ну, давай посмотрим, что он нам там предложит. Так, значит, он просит 5 камней и 20 древесины. Он сделал кирку. Все, я понял. Кирка нам нужна для того, чтобы пробивать камни. Сделаем. Слушай, эти птенчики мне дадут еще сердечко, а? У меня 30 монет вроде есть. Да. Ну вот, совсем другое дело.
А как пеньки вот эти убрать? Скажи-ка мне на милость, как мне убрать вот эти вот пенечки? Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть сердечек, да, выходит? Хорошо. Так, мне хватает для кирки? Нет, надо еще два камушка. Раз. И два. А вот, друзья мои, и кирка у нас появляется. Ну, совсем другое дело. Что это такое? Найдено сокровище. Посмотрите рекламу и получите 60 монет. Окей. 60 монет. Ну-ка, птенчики, дадите сердечко мне. Да. Спасибо большое. Ладно, рубим. То есть, я так понимаю, мы можем... А это еще кто такой? Зашибись, островок необитаемый. Вон там какой-то дед стоит. Я не пойму, что у него там сзади. Какой-то рюкзак, что ли? Ладно, сейчас пойдем с ним потрещим. Ну, беги. Что этот дед скажет? Чего? Чего он мне рассказал? Я что-то не понял. Ой. Друзья мои, к нам бежит скелет. Ну, у нас топор, может быть, что он делает? Он камень потащил. Куда ты потащил камень, мой скелетуша? Так, этот мужик опять к себе почему-то подзывает. Что ему на этот раз нужно? Так, принеси, говорит, мне 30 древесин и 5 камней, и я сделаю тебе меч. А-а-а, вот оно что. Пошли за камнями тогда. Слушай, я не могу даже... Что тут? 10 камней и 40 древесины, ты сможешь сделать забор. Слушай, их уже два здесь скелета-то. Уходи оттуда, блин. То есть, ребята, они что-то тут тоже, смотри, добывают древесину, добывают камни. С какого перепуга скелеты начали тут выпендриваться, объясни-ка мне. Слушай, мне нужны камни, камни, камни нужны. Так. Ну, два камня, это вообще несерьезно. Я тут запарюсь. Копить. Давай вот это вот дерево срубай. Камни появились. Быстрее бегом за ними. Пока они тут не стырили их. Так, а я с этими могу еще пообщаться? Говорит, у тебя есть кирк. Что? Продать. Ага, продать. Или купить. Что-то я не понял. Ну, давай вот предположим. Продаем все-таки, да? Слушай, ну я тогда могу. Давай все продадим. Так, ребята, у меня 81 монета. Вот эти вот дадут мне сердечко дополнительное? 120. 120, говорят, принеси нам монеты. Меня эта реклама уже достала, если честно. Так, дед, хватит тебе ресурсов или нет? А, древесину же, я же всю потратил. Чего там показали? Там нужен топор уровня 2? Там слишком, типа, да, офигенные деревья, которые я... Не смогу еще рубить. Слушай, а мы же можем с тобой камни добывать, ломая вот эти вот валуны. Так ведь? Кстати, у меня тут, по-моему, сундучок появился. Можно посмотреть рекламу и получить еще монет. Сколько только? 60. Соглашаемся. Так, мне теперь, по-моему, хватает, да? Чтобы получить сердечко. Отлично. Пойдем-ка мы с тобой ломать камни вот эти вот. Вот, пошло дело. Давай, давай, давай. Блин, кирка, говорит, нужна второго уровня. Понятно.
Так, дед, тебе хватит? Нет, ему еще нужна древесина. Ну что ж, придется добывать. Я только одного не могу понять. Эти скелеты тоже, я так понимаю, отстраиваются там. Или что они делают? Что у них там за домик дымит, коптит? Мне нужен меч. Меч достать, чтобы их, всех этих скелетов уничтожить. 100% тебе говорю. Ну давай ты быстрый, блин, второго уровня. Ломаем здесь. Ну все, дед, я думаю, еще одну древесину нужно добыть. Сломаешь вот эту вот? Замечательно. Так, давай, дедуля. Меч. Так, а теперь я пойду проверю, как он работает. И работает ли вообще? Надо кимарнуть. Потому что, мне кажется, даже за каждое действие у нас тут отнимается сердечко. Хоть ты тут что делаешь? Хоть рубишь, колешь. Ну и, наверное, когда и дерешься со скелетами, тоже сердечко тратится. Сейчас проверим. Вот он идет сюда, ну. Да какое, блин. Вот. Так, а чтобы нам сделать забор, нам понадобится с тобой 10 камней и 40 древесины. Ну-ка, иди сюда. Иди, иди, иди. На. На, гаденыш. Камушек забери. Блин, да они бесконечные, скелеты. Хоть ты тут... Да убивайся их, они все равно появляются и идут. Мне кажется, нам надо забор все-таки ставить. Надо, друзья мои, ставить забор. Иначе они меня тут одолеют. Так, мне показывают, что я должен идти туда и почему-то разбить именно вон тот камень. И я, конечно, схожу, пойду и разобью его, и посмотрю, что там дадут мне. Почему-то именно тот дальний. Не вот эти, которые тут лежат, а именно вон тот. Ну-ка. Ну и чего? Может, тут кто-то спрятался? Нет? Это что такое, ребят? Ох ты. Какой-то слиток мы с тобой получили, я же видел. Блин, опять сердечко. Так, сундук здесь лежит. Можно посмотреть рекламу еще получить. А это что такое, наковальня? Блин, сердечко. Так, не против написать отзыв. Да подожди ты своим, не против написать отзыв. А ты не против убрать рекламу прямо в процессе игры, а? Разработчик. Давай посмотрим, что нам нужно для того, чтобы сделать кузницу. Три слитка. Камни. Ну, камни мы добудем. С камнями все просто. Куда он бежит, а? Давай, 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 бомби его, отлично. А, здесь тоже забор надо ставить. Точно, ребята, здесь тоже нужно ставить забор. Так, не хватает древесины. И камней. Естественно, камней не хватает. Я не понимаю, камни вроде бы одинаковые, но почему-то на один нужен обычный, да? Обычная кирка. А на второй нужно, вот извини меня, второго уровня. И очень быстро заканчиваются сердечки. Ну, отдохнул. Давай-ка мы посмотрим, сколько нужно монет. 150. А у меня сколько? 96. Слушай, куда похитил? Вот засранец, он взял слиток, стырил у меня, а? Ты посмотри. Так, дедуля, а у тебя что-нибудь еще есть? Нет. У дедули больше ничего нету. Блин, а приходится долго ждать, пока слиток-то этот появится. По времени, ты заметил, да? Так, дай-ка я забор поставлю, можно? Можно. Вот и все.
Я надеюсь, они сюда не смогут пройти. Срубим вот это дерево. Так, сколько нужно здесь? Я уже... То есть он даже не может посмотреть. Вот у него нет сердечка, он не может посмотреть даже, что нужно для того, чтобы поставить наковальню. Надо обязательно ему отдохнуть. А эти стоят, лыбятся, тут скелеты у них тырят, все, а им по барабану. Значит, 15 камней, 1 слиток и древесина. Короче, пошли добудем с тобой последний слиток. Я, в принципе, друзья мои, догадываюсь, зачем нужна наковальня. Скорее всего, мы будем с тобой прокачивать топор до 2 уровня, ну, также и кирку. И, естественно, все это не бесплатно. Надеюсь, за ресурсы. Блин, не хватает катастрофически нам сердечек. Причем очень много. Я один, а тут скелетов бегает 2. Тоже несправедливо, согласись. Я не удивлюсь, если у них там домик, и мне надо будет в конце еще с ними драться. Куда ты там бежишь? Фиг тебе, а не камень. Мой камень. Кто? Вот так вот. Так, чтобы здесь забор поставить, нам нужно, блин, один камень найти и древесину. Ну, ломай давай уже, господи, стоит там, лыбится. Мы пришли с тобой на этот остров выживать, ё-моё. А он стоит, лыбится там, понимаешь ли. Деревья, ну, с одной стороны, хорошо, что, ребята, деревья заново вырастают, потому что иначе бы у нас тут не хватило бы ресурсов. Если бы мы с тобой просто вырубили бы, да, и все. А так, мы с тобой вырубили, он потом вырастает опять. Так, камушек я пойду заберу. Так, ну сколько тут еще не хватает? 13 деревьев. Ну, стоит и лыбится прям. А сколько? Это вся игра вот эта вот? Или там дальше будет еще что-то у нас? Какие-нибудь дополнительные уровни? Или это один уровень всего лишь в этой игре? Не знаю, ребята. Пройдем, проверим. Блин, сердечек нету. Может быть, посмотреть рекламу за сундучок и получить монетки и купить у этих птенчиков? Почему я, главное, сердечко покупаю у каких-то птенцов? Объясни мне это. Так, ладно, камень. Камень. Понятно, тут кирка нужна. Так, это получается уже 6. 8. Ну, теперь должно хватить. Что я хотел сделать-то? Тьфу ты. А, я забор хотел поставить, точно. Или подожди. Один камушек. Один камушек, мы с тобой сделаем наковальню. Ага. Прежде чем делать наковальню, опять нужно идти и отдыхать. А домик ты свой не хочешь улучшить, чтобы он быстрее тебе восстанавливал сердечки, а, мужичок? С ноготок. Так, наковальня, ух ты. И что у нас тут? Ага. Меч тоже можно прокачать до 2 уровня. Так, ну, я думаю, что и везде практически одинаковые ресурсы нужны, да? То есть слитки, древесина. Ну, естественно, камни. То есть это в любом случае нужно сделать, иначе мы с тобой, скорее всего, не сможем пройти дальше. Скорее всего, так. Ладно, пойдем заберем здесь слиточек. Всего лишь один. Видишь, скелеты подходят, видят, что здесь, ребята, забор, и они не смогут здесь ничего уже добывать. Так, а нас почему-то приглашают на кузню. Все, восстановил. Погнали. Так, что здесь? Нужно еще дофига камней и плюс слиток. За слитком приходится бежать аж к черту на куличке. Он всего лишь здесь один. Давай, ломай камни. Все, никак не могу принять, что здесь деревья первого уровня и второго.
Я не понял, а тут они забор сломали? Или он сам по себе временный? Эй, хламоны. Трындец, ребят, значит, и здесь скоро сломается, получается, так? Блин. Так, погнали за слитком. У нас всего лишь их два, а нам нужно пять. Игрулька, как ты видишь, в самой простецкой, ребята, графике исполнена. Но забавная, если честно. Вот еще бы не было бы рекламы через каждые там 5-3 минуты. Было бы вообще шикарно. Так, последнее сердечко тратим. И на боковую. Так, мне нужно еще получить, получается, 2 слитка, да? 2 слитка. Потом мы с тобой сделаем, наверное, скорее всего, топорик 2 уровня. Наверное, лучше топорик. Или кирку. Вот сиди и думай, что лучше, топорик или кирку. Ну иди, ломай ты, господи, ну что ты там стоишь-то? Теребунькаешься. Так, зайдем посмотрим на кузню. Так, не хватает 1 слитка и 3 камня. Ну, слиток мы сейчас с тобой получим. Камень, в принципе, тоже можем разбить. Так что никаких проблем, в принципе, не должно быть. Ломай. Понятно. Да чтоб тебе. Ну, давай здесь хотя бы сломай. Так, с камнями мы разобрались. Слиток нам все равно еще нужен будет один. Бомбанули. Бомбанули. Здесь тоже, давай, ломай. А мы же можем с тобой, знаешь, что делать? Продавать же древесину. Насколько я помню, да? У нас же здесь где-то... Он же торгаш, по-моему. То есть мы можем нарубить здесь кучу древесины, продать и приобрести себе золото и купить сердечко, как вариант. Но я думаю, что если у нас будет с тобой кирка, например, 2 уровня, мы будем добывать больше камней и больше древесины. Так, пошел я, короче, на кузню. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем... А, лопата. Зачем нам лопата? А, выкорчевывать, все, я понял. Наверное, можно будет и пеньки выкорчевывать. Так, я беру, ребят, кирку 2 уровня. Пойдем посмотрим, сколько мы с тобой сможем добывать. Так столько же, просто мы можем переломать. Ну да. Значит, нам выгодно прокачивать и топор до 2 уровня. Ну и, естественно, и меч тоже, чтобы с этими скелетами быстрее справиться. Кстати, вот здесь забор стоит, потому что они, ребята, сюда как бы меньше идут. А вот здесь они как-то его быстро сломали. Ну я, наверное, смогу быстренько здесь... Блин, совсем забыл, что топор-то у меня... Так, посмотрим, сколько нужно ресурсов. Нате вот вам. Чтобы вас тут не было просто-напросто больше и духу. Камни забираем. Да. И сердечки. Вот это просто вымораживает, ребят, с этими сердечками. Ну все, 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 отдохнул, побежали. Так, давай-ка глянем, сколько нам там нужно. Ну, например, чтобы топорик. Слитки, естественно, слитки, куда же без них. Слушай, а мне же можно пройти через забор или нет? Вот мне. Вот я хочу, например, пойти на их территорию. Это можно как-то сделать? Или не шиша? Сломал, все, отдыхаем. Я сейчас попробую, ребята, сюда сигануть. Отдохнули. Так, давай проверим.
Смогу ли я пройти туда к ним? Нет. Замечательно. Просто великолепно. Значит, мне придется прокачивать в любом случае топор до второго уровня, чтобы вот здесь вот пробиться через лес. А пеньки-то я проходить не могу, поэтому, наверное, придется еще ко всему прочему прокачивать лопату, чтобы пеньки выкорчевывать. Скорее всего, так. Давай, иди, добывай слиток. Господи, хоть какой-нибудь эликсирчик бы дали мне. Слушай, давай, наверное, мы глянем рекламу с тобой. А, так тут ресурс нет, это мне не надо. Я думал, они мне золотишко тут подсунут. А тут, видимо, рандомно. Когда-то могут золото дать, да? Когда-то могут просто ресурсы подкинуть. Значит, получается, мне нужно будет все-таки топор прокачать. Топор до второго уровня. Мы с тобой сможем вырубать лес. Ну и про пеньки, блин, пройти нельзя забывать. Так, беги давай до дому. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. В шляпе, в соломенной, да? Все дела. Ну и чем больше у нас сердечек, соответственно, тем дольше он и отдыхает. А лимит, интересно, у него есть? По носке именно, там, бревен, камней. Если нет, то мы можем тут с тобой хоть до посинения все это вырубать. Так, где слиток-то? Вот он. Давай опять на покой. Сколько у меня всего? Так, ребят, 5 слитков есть. То есть можно уже делать себе топорик. Сейчас мы сделаем топор. Вырубать будем вот здесь вот лес. Топор. Второго уровня, да? Иди руби. Да, я так и думал, ребята, пеньки не дадут мне пройти туда дальше. Поэтому нужна будет лопата второго уровня. Ну и ты понимаешь, для чего она нужна. Чтобы мы могли, наверное, пеньки выкорчевывать и пройти туда к нему дальше. Но мне что-то подсказывает, что нам в этом случае нужно будет еще и сердечек побольше. Скорее всего. Тогда вырубаем с тобой здесь все. Абсолютно все. Древесину будем продавать, за это получать монеты. Надо определиться, сколько следующее улучшение у нас стоит. И не улучшение, а монетки. 150, то есть 60 монет мне нужно заработать. Ладно. Пойдем отдохнем. Так, а торгует у нас вон тот, да? Так, еще появился, ребята, сундук. Сейчас глянем, что там. Если монеты, конечно, за просмотр рекламы я гляну. Хотя тут железо. Ладно, посмотрим. Так, ну что, получили с тобой награды. Секундочку, а у меня хватит еще на прокачку? 10. Ему нужно уже 10 стали. Придется добывать. И долго ее придется добывать. Так, интересно, а камни дороже стоят, чем древесина? У торгаша. Пойдем-ка посмотрим. Пойдем-ка мы с тобой посмотрим. Так, древесина, например. Одна... А, он по 3. Подожди-ка, сколько стоит? Одна древесина стоит 3 золотых. Двадцаточка. Так. Давай-ка посмотрим, сколько стоит у тебя камень.
то же самое, да? Короче, я пошел получать сердечко, ребят. Опа. А следующее сколько? 220. Следующее сердечко стоит 2. Мне просто интересно знать, для чего мы вообще все это делаем. Что у нас там вот ожидает? Я так понимаю, нам нужно туда же попасть? Где дымок? Может, там какой-нибудь гейзер? Скелеты, которые живут в гейзере? Может, какое-нибудь кладбище, я не знаю. Может, его нужно уничтожить? Мы узнаем только тогда, когда мы туда попадем. Ладно, на отдых пора. То есть нам выгодно в любом случае с тобой собирать абсолютно всю древесину, абсолютно всю сталь и все камни. Потому что излишков здесь не будет, они пойдут на продажу. Вот что я тебе могу сказать. А мне нужно еще будет прокачать топорик. Нет, не топорик, ребята. Лопату. И меч. Это как минимум. Иди отдыхай. Так, сколько у нас? 7, да? Еще 3. Еще 3 железа нам нужно добыть. И все. Был бы здесь какой-нибудь магазин, где можно обменивать, например, древесину. Например, 3 древесины на 1 металл. Довольно выгодный бы, да, курс был бы для нас. Так, камни. Что у нас тут? Хватит у меня, да? Хватает. Быстрее беги сюда. Так, кирка прокачана, топор, лопата. И теперь посмотрим. Слушай, ребята, я не могу пеньки выкорчевывать. И я для чего тогда лопату прокачивал? Скажи ко мне на милость. И я думал, что мы можем пни выкорчевывать. Офиг, а как же мне тогда туда к ним попасть? Если тут забор. Вот здесь вот, ребята, какая-то дилемма начинается. И я без понятия, как мне туда попасть. Я сам себя закрыл. Получается. Ну-ка. Даже вот эти маленькие пенечки он не может выкорчевывать, прикинь. Ладно, может быть, если мы с тобой сделаем меч, может быть, мечом можем с тобой пробить. А если нет, что нам тогда остается делать? Я, если честно, даже не знаю, ребят. Ну, пойдем посмотрим. Не хочет ни ломать, ничего не делать. Так, а в чем тогда прикол? Мы поставили забор, чтобы сюда не ходили скелеты, и сами же в то же время ничего не можем сделать. Хотя, погоди-ка. Тут тропиночка. Твою налево. Чего? Ты сейчас прикалываешься? Ты прикинь, он... Он говорит, мне нужен топор 3-го уровня. Секешь? Деревья как быстро разрастают, а? Давай, вырубаем. Хотя это можно было и не трогать. Сейчас мы проверим, что у них там. А что ты не рубишь? 3-го уровня топор нужен. Да ты посмотри на него, а. И что нам нужно для этого? Так, они сломали там забор. Чтобы прокачать топор до 3-го уровня, нам не хватает еще 3 металла. Слушай, мне...
Не кажется, что скелеты какие-то синие стали, что ли? Как бы, как будто усилились. Вот этот вот обычный, да, идет, смотри, желтый, а там какой-то синий еще бегает. Хм, опять они обычными стали. Ну что ты там отдыхаешь, да? Все, отдохнул, погнали. Пока руби, все равно ресурсы нам нужны здесь будут. Они, смотри, они ломают, ребята. Они здесь уже забор сломали. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай вот это вот. Забрали. Так, что у нас тут? Вот, это надо будет глянуть, ребята. Блин, я из-за него пропустил рекламу, ребята. Ай-яй-яй. Ты, кстати, видел, что вот этих вот скелетов нужно бомбить мечом второго уровня? Делай выводы. Так, топор-то, блин, еще одну стальку нужно добыть. Всего лишь одну стальку. Ладно, сейчас, я надеюсь, она появится. Мы с тобой ее быстренько соберем и прокачаем топор. Только не говорите, что там потом нужно будет топор четвертого уровня. Я тогда вообще брякнусь. А ну-ка. Ага. Так, отдохнем и пойдем уже туда к ним. Давай, иди в хибарку, отдыхай. Мне кажется, с ними надо будет драться. С ними надо будет драться, и для этого нам нужен с тобой будет меч. Да вы, блин, серьезно, что ли, а? Что это? Я не вижу, что он такое. Что это мы с собой... Ага, еще одна шахта. Ну, это шахта с другим, ребята, с чем-то. Если тут мы с тобой получаем сталь, то там какой-то другой ресурсик у нас, кстати. Ну-ка, давай здесь. Ну? Ну, где она, блин? Кстати, а что нужно здесь? Ага. Весело живем, да, называется? Появилась, давай. Это только один, а нам нужно с тобой сколько? Давай-ка глянем, чтобы прокачать топор до четвертого уровня, нам нужно сейчас 20, скажу, 20 железа. Смотри, смотри, тырит, гаденыш. Ох ты, ушлепок мелкий. Свистнул. До четвертого уровня, так, 15,5. Что тут надо за эти шахты драться, блин, как я не знаю кому. Чтобы они не успевали тырить. Да чтоб тебя, что ты прицепился-то там? Ну давай ты уже руби, блин. Во-во-во-во-во, побежали, побежали, быстрее, быстрее, говорю. Замечательно. Так, я, ребят, пойду к этим сейчас чувачкам попробую обменять. Продать сколько там, я не знаю, наверное, штучек 40. Я думаю, что это будет оптимально. И этого тоже штучек 40. Итого у нас 267. Давай посмотрим, сколько нам там дадут птенчики. Тырит, а? Еще одно сердечко. Да.
игра выполнена простенько, но вот с этими вот друзья мои заморочками туда-сюда сбегай, принеси. Это, конечно, куда гад... пошел в шахту. Я только хотел туда отправиться. Угу. Значит, меч. Нужно 5. 5 железных слитков. Всего лишь 5 железных слитков. Но если бы они через каждую секунду хотя бы появлялись, то было бы все намного проще. А куда ты? Я успел ли он? По-моему, он стырил, гаденыш, а? Так, что у нас тут? Берем. Так, ну-ка, мне должно, по-моему, да, хватить на меч? Хватает. Теперь мы можем с тобой бомбить этих. Так. Ну-ка, чтобы получить еще сердечко, сколько нужно? 330. Давай-ка я ему продам, наверное, на соточку ресурсов и получим еще дополнительное сердечко. Так. Пойдем приобретать. Тырят, ребята, а не ресурсы. Тырят, понимаешь? Отдохнул. Давай, пошли за сердечком. А следующее сколько? 420. Вон, успеем, интересно, с тобой. Скелет, вали нафиг. Да, отобрали все-таки, ребята, отобрали мы у него. Сейчас пойдем с тобой еще здесь заберем. Замечательно. Так, а чего нам не хватает? Посмотрим сейчас, для того, чтобы сделать топор 4 уровня. Так, камень и железо. Камень и железо — основной ресурс, который нам сейчас понадобится. Ладно, камень мы добудем. Ну, где ресурсы-то, блин? Их нету. Вон там зато есть. Блин, тут появился. Ладно, заберем лучше здесь пока. Дерево это срубим. И на боковую. Все равно не хватает сердечек. Катастрофически, а? Вроде уже много, но... очень много действий нужно здесь делать. Побежали, побежали, побежали. 3-го уровня кирка, оказывается, здесь еще нужна. Ага. Давай тогда и этого. Камешек захотел, а? И этого. Что у нас тут? 140. Не хочу, ребят. Если бы были бы ресурсы, можно было бы еще глянуть, да? Ну, скелет, куда ты прешь? Захотел, ну-ка, дай его нахлобучу. Он уже бежал сюда за ресурсами. Не-н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 е. Давай, наказывай, наказывай, наказывай. Догоняй его. Да какой... Блин, интересно. Он как-то тут умудряется проходить, да? А я не могу. Почему? Скажи-ка мне, на милость, почему я не могу пройти... вот здесь вот. А он как будто по воздуху пролетел. Интересно получается. Я надеюсь, кузницу не надо будет улучшать там еще по уровню. Так, тихо. Смотри, там ресурс. Были бы какие-нибудь ботинки, чтобы он хоть быстрее немножко бегал, передвигался. Ну иди. Смотри-ка, он дергается. Он что-то еще тут. Так, а этот камень я, наверное, не успею взять. Понятно, бесполезно уже идти за ним. Так, давай-ка посмотрим. Да ладно. Так много.
Еще 10, ребята, вот этих вот нужно нам, прикинь, 10. Торгаш, ну-ка давай. Покупай у меня эту древесину. Все равно ее тут немерено, я сейчас ее тут буду получать только шорох. На отдых. Так, смотри, 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 у нас появились ресурсы. Быстрее, быстрее беги. Сейчас скелетоша... А их уже трое, их было двое. Уже трое, ребята. Так, он пошел туда. Фиг с ним, пускай он там шоркается. Мы с тобой все тут повырубаем сейчас. Что-то мне подсказывает, что надо будет еще топорик 4 уровня. Уже вот где-то вот здесь вот. Скорее всего. Может быть, конечно, не так. Там вроде бы как деревья чуть-чуть поменьше, да, идут. Эти, да, большие. Хотя они вроде бы все одинаковые. Единственное, что он их рубит быстрее, да. С одного взмаха. Даже тут надо третий уровень. Куда? Ну-ка, давай его нахлобучим. Да вот этого, говорю, нахлобуч. Вот, отобрали. Так, ты куда пойдешь? Ага, вот сейчас мы его здесь как раз и подождем, ребят. Сейчас, 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 сейчас. Подождали, я даже до него дотянуться не смог, прикинь. Я до него даже не достал. То есть он спокойненько взял нужные нам ресурсы и смылся. А я остался с носом. Вот что я тебе скажу. Блин. Ну, погнали. Вон, 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 появились. Быстрее, быстрее беги. То я знаю этих скелетошек. Сами не свои, как стырить чужое добро. Так, может быть, нам еще с тобой накопить? Ну-ка. Вот, другое дело. Так, ну-ка. Подожди, подожди, подожди. Ты вот это вот забери, пожалуйста. И теперь мы с тобой посмотрим. Нам нужен топор. Есть. Все, побежал я, короче, ребята, вырубать там лес. Ну-ка, давай, 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 руби. Окей. Отлично. Блин, сердечки закончились, да чтоб тебя. Что-то мне подсказывает. Что? Ты потерял сознание, ты потеряешь половину своих начин. Чтобы перезапустить игру без потери монет? А как они меня подбили? Где у меня хп вообще? А, сердечки это и есть мое хп, да? Я уже просто пужанулся, думал, все заново. Прикинь, сколько времени ушатал здесь, да? Все это разгребая. И мне скажут, парень, все заново начинай. Я вычеколдыкнулся. Они меня подбили, потому что у меня сердечки, это и есть жизнь, ребят. Нет, уничтожь этого. Ну куда ты вот лезешь-то? Ну все время, давай, вот, вот скелета бомбани, все, отлично. И этого тоже уничтожь. На удар. Так, побежали, быстрее, 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 быстрее. Так, что у них тут, я не знаю. Чего? Теперь, блин, лопата нужна третьего уровня. Да вы издеваетесь просто-напросто. Просто издеваетесь. Ладно, для того, чтобы получить лопату третьего уровня, нам нужно... Что? Понятно. Да то же самое нужно, ребята. Ничего не поменялось. Ровным счетом ничего. Так, ну-ка.
на продажу. 180. У нас 420 монет. Нам должно хватить еще на одно сердечко. Так, теперь отдыхаем. Нам вон то нужно как можно быстрее, ребята, получить. Скелет бежит, скорее всего, сюда, да? Навозник, а ты посмотри. Если я просто буду тратиться сейчас на забор, ну, вот здесь можно поставить забор, то я буду до посинения тут, извини меня, играть в эту игру. Во, спасение мое. Нам, наверное, не хватит все равно, да, еще? Да, 4. 4, ребята, еще ресурса нужно. Ладно, предположим, сейчас успеем забрать, останется 3. Так, вали, скелет. Еще 3. Так, надо идти отдыхать. 500 с копейками монет, скорее всего. Ну, тут можно даже проверить. 600. 600. Так, 3, 3. Давай быстрее, быстрее, быстрее беги. Да что ты тормозишь-то, а? Ага, идет, идет, идет. Не надо мне тратиться. Потом скажут, после лопаты скажут: тебе нужен меч 3-го уровня, чтобы побить или проломать там какую-нибудь, может быть, дверь или еще что-нибудь. Они же могут такое сделать, сплуточка. Иди отдохни. Так, давай, 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 родной мой. Погнали. Нам нужно там быть на стреме. Как только появляется ресурс, сразу его хватать. Отлично. Ну что, последний сейчас мы с тобой дожидаемся. Забираем и сможем туда пройти. А вот мне интересно, что они там делают. Здесь никаких боссов здесь не будет. Главного скелета или еще что-нибудь в этом роде. Ну давай, давай. Все, собрал. Беги. Отдыхай дома. И штырит потихоньку, а? Наши ресурсы. Правда, это не наш остров, но ресурсы это наши. Так, я пошел, ребят, на опережение. Потому что он вот-вот должен появиться. Вот он. Хапаем. И бежим. Делаем с тобой лопату 3-го уровня. Ну все, надеюсь, блин. Больше ничего здесь не надо будет чудить. Погнали. Так, этого сейчас бомбанем. Отлично. Так, и... ветхий коттедж. Ты, блин, сейчас издеваешься надо мной? Чтобы, блин, сломать вот эту штуку, нужна, ребят, кирка. А чтобы получить кирку, ну ты понимаешь, да? Так, тихо, 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 тихо. Вот этого скелета я должен наказать. А это еще кто? Появился, блин, черт подери, какой-то гоблин. Ёк-макарёк, а. Нашел, называется, коттедж. Свою голову. Но этого мне не подбить, ребята. Этого гоблина мне не подбить. Ну, можно, конечно, но нужно 3-го уровня меч. Так, пошли быстрее, 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 быстрее. Хватает ресурс. Не понял, еще один. Так, 200 монет, не надо.
монеты я могу заработать себе сам. На самом-то деле, да? Мы можем с тобой, знаешь, что делать? Вот сейчас вот он пойдет. А мы его здесь... На! На! И камешек наш. То есть не давать им шанса вообще ничего тут таскать. Так, и последнее сердечко мы с тобой здесь тратим. И на покой. Так, ребята, ресурс, который мне нужен, появился. Мне бы надо успеть за ним сбегать. Беги, 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 Форест. Скелет, видишь, бежит уже. Я? По-моему, я успел, да, ребята? Да, успел. Слушай, что в этом ветхом коттедже, интересно, будет? Ну, сломаем мы, например, там... Какой-то, я не знаю, там... Трюм, по ходу дела. Ну, типа подвала, да, что? И что мы там с тобой найдем? И сколько нам нужно ресурсов? Ты серьезно? 10 вот этих камней? Так, погнали, погнали, погнали быстрее. Я не знаю, ребята, может быть, вырезать мне как-то или что делать? Уходим, сердечек мало. Один удар по нам, и мы крякнем. Тырит. Так, отдохнули, да? Так, тихо, быстрее, беги, быстрее. Стырит. И я ему ничего не сделаю. Да, друзья мои, гоблина я, к сожалению, пока завалить не могу. Потому что нужен меч 3-го уровня. Ну, ты понимаешь, да? Скорее всего, здесь не будет, ребята, никакого ни 2-го уровня, ни 3-го. Это вот один уровень, потому что, ну, игра затягивается, офигеть как. Я жду, жду ресурс. Жду и не дождусь. Блин, ну где он? Почему не... Во, появился. Кирка. Так, давай-ка еще раз глянем, что нам нужно для этого. Сердечка не хватает. Кстати, подожди-ка, у нас, по-моему, здесь сундучок появился, да? Сейчас посмотрим. Блин, опять 200 монет. Не надо мне монеты ваши, не надо. Такие довольные, а? Жулики несчастные, стырили там все мое добро. Так, погоди секунду. Нам нужно на кузню сходить и глянуть быренько. Твою налево ресурс. Еле идет, а? Почему мне надо вот так вот все это обходить? Ага, смотри, пришел, посмотрел такой. Нету, расстроился, ушел. Так, будем ждать с тобой здесь. Как появится, сразу его хватаем и бежим. Замечательно. Так, зайдем на кузню, посмотрим, сколько нам еще не хватает и чего не хватает. Да фига, друзья мои, не хватает. Как минимум 5 этих и 5 этих. Ладно, я буду тогда чисто бегать здесь и контролировать. Угу, скелеты вырубили. А прикинь, такая фигня будет. Мы сейчас с тобой насобираем, да, на этот, на кирку. А потом бац, куда-нибудь вниз, в пещеру. И продолжение. Так. Блин, ребята, у нас нет сердечек, нам нужно отдыхать идти. А тут ресурс появился, который мне нужен, и они еще его стырят. Видишь, гоблин бежит. Да. Именно его стырил, а?
Одним словом, они здесь специально нужны для того, чтобы просто нам мешать. И не давать нам развиваться, как мы хотим. Ладно, я подожду здесь. Можно, в принципе, деревья порубить. Стоп, 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 беги быстрее. Обломись. Дерется со мной, ты посмотри, а? Скелет уж то этот. Хватаем. И опять бежим с тобой сюда. Скелет пришел такой, а? А тут ничего нету, пусто. Обломись. Ну-ка, сколько у нас тут? Блин, еще дофига надо, друзья. Дофигище. Там по десятке, по-моему, надо было, да? Если даже не по пятнашке. Окей, бежим теперь опять сюда. Да чё ты бьёшь его, блин? Бить их бесполезно, скелет сейчас обломается. Так, я, наверное, успею ребяток и морнуть. Пока ресурс не появился, успеем. И нам нужно бежать, просто сломя голову, чтобы его не подобрали. Давай, давай, родной, беги. Так, успели, да? Как раз подоспел вовремя. Теперь давай сюда. Да что ты с ними дерешься-то, я не... Болван, а? Скелет, вали нафиг. Так, давай-ка еще раз сравним, сколько нам нужно. Так, ага. Два таких и три таких. Ну, в принципе, ребята... Немножечко осталось. Я понимаю, что вас, наверное, это все утомило. Но, поверь, меня тоже это утомило. Я не думал, что это вот так вот все зациклится. Но мне просто из принципа хочется посмотреть, что там будет. Так, что это у нас? Во. Так, теперь должно хватить мне на кирку. Там точно кирка нужна? Да, кирка. Делаем. Все, ребят, пошли в коттедж. Сейчас мы с тобой в коттедже сломаем вот эту штуку. И... Так, это что такое, я не понял. Да, господи. Так, ребята, не короче. Ты понял, да? Теперь, хочешь ты не хочешь, но... Нам нужно... Меч. Меч, ребята, да-да. Четвертого уровня. Так, друзья мои, наверное, мы с вами все-таки, наверное, закончим вот на этой ноте. Ты пиши в комментариях, хочешь ли продолжение. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.